Привет, хочу рассказать историю. Короче, вот в чем прикол. Идем мы с Артемом, тут выходят нам люди. Ну, домой уже возвращаемся, прогулки, тут выходят нам люди. И говорят, а где спортзал? Я такой, ну, спортзал вот. Типа, у меня в доме спортзал. Они, мы такие, типа, ну, они такие, спасибо, и проходят. Тут один мужик говорит, а где карниз? Я смотрю на Артема, Артем начинает угорать. Я тоже сейчас заржал. Я спрашиваю, что? Он говорит, карниз. Я такой, что-что? Карниз. Я говорю, ну вот карниз. Он такой, а, спасибо. Мы идем, я спрашиваю. А у меня в голове, карниз, тебе сломать его надо, купить или продать. Что ты от меня хочешь? Вот так было забавно.